Всем привет! Сегодня суббота, мы выбрались с Аней на рыбалку половить окушков, так как вроде какое сегодня октября? 3 октября, у нас тут жара стоит. Не думаю, что щука будет сильно активна, поэтому просто в удовольствие окуней половим. Пожарим их сегодня. Если лень не будет, сниму. А так сейчас будем дубасить окуней. Нормальный. Съедим тебя сегодня. Такой на костер вроде бы. Неплохой. Пока возьмем. 4 штучки надо. Будет побольше этого, отпустим. А вроде с травы сдирал, да? Хорошая. Сошла, что ли? Поводок оторвала? Нихера себе, тебе повезло. Видел? Нет. Ты заснял? Не, я видел, что в смысле она у тебя сошла. Ты это заснял? Я это заснял. Ну покажи еще щуку свою. Думаешь, видно кому-нибудь? Все, теперь видно. Случайно как-то она клюнула. Но это хорошо, что она хоть взяла. Все. Дарим свободу. Давай. Все, пошла. Окунь клюнул. Либо нормальный. Либо травы нахватал. Головой трясет неплохо так. Он не один. А, да окунь, кстати, этот хороший. Неплохой окунишка. Прям вообще неплохой. Триста пятьдесят. Отличный. Целикошку взял небольшую. Не, я много на эту блесенку уже рыбу поймал. Два раза вот щучка ударила. Один раз ударила. Промахнулась. Потом догнала. Ну опять вот такая мелочь. Что-то хорошее. Вообще сегодня рыба не плещется. Малька не гоняет. Такая симпатяга. Чё она промазала, что ли? Вот она, долгожданная. Бедненькая. Что же, такие же маленькие. Давно поклёвок у нас не было. Очень давно. В новых местах для себя плаваем. Изучаем тут. Такой щупачок. Ветра нет, ничего нет, жара. Рыба спит. Мегабас. Так вот наши окуньки, которых мы сегодня поймали. Распотрошили. Внутри петрушечка. Лимон. Засыпал их солью, сейчас немножко полежат. И потом на костер. Что, Сань, как рыбалка? Отлично. Много рыб поймал, что ли? Нет. Ладно, еще не вечер. Да.
Сейчас перекусим и снова в бой. Да, так точно. Просто волшебный. Да, хороший получился. Всем советую. В соли запеченный, он как в панцире такой получается. С запахом дымка. Со вкусом дымка. Курочка у нас здесь еще подходит. Что, поели мы? Погнали ловить рыбу. Такое у нас здесь озерцо. Предстоит его все обкидать. Мы покушали. Второй заброс. И хорошая щучка такая. На вегабас взяла. Прыгнуть очень хочет. Очень хочет прыгнуть. Вот такая. Мы поели, теперь щука ест. С самого берега прям. Блин, повезло, у меня тут еще крючок сегодня сломался. Получается, на двойник она взяла. Все, тоже, Сань, поклевка? Так, ребята, вторая. Вторая, ну, по-моему, не очень большая. О! Да, мелочь. Но ударил неплохо. Опять смели. Но совсем малявка. Щучка начала немножко. Ой. Да. Да не, вроде нормально. Мегабас, степкэт. Малечек такой. Щуку отпускаем. Саня взял сильную. Смотри, кольцо. Смотри, кольцо, чтобы она шнур не перекусила. А, это не, она вон как. Второй. Ну-ка дай. О, как это, как змея свернулась. Так, ладно, надо ее отпускать быстрее. Кто там, окунь? Да. Ну вот, ловим таких вот малечков. Окунь взял. Только камеру включил, Саня, опять тут сильный. Блин, мы в прошлый раз здесь ловили, ни одной вот такой щуки не было. Ни одной. От 700 грамм только клевали. А сегодня мелочь активизировалась. Пошла домой. Для октября прям сегодня. Для октября сегодня июль. Очень жарко. Мать. Давай, прощай. Ты там. Беру, взяла. Не такая. Сойдет 700 грамм на интро.
Так, у нас тут почти сразу еще такая же. Понравился мне. Дырочка. Может, чуть побольше. Чуть-чуть побольше давай. Так, ловим дальше. Вырубай, Саня. Надо ловить. Меня сейчас Саня убьет. Третью подряд. Три забросы. Три щуки. А, красавец. Так она сошла. Да ладно, ладно, уйдет, так уйдет. Да не трогай. Пускай шанс ей дадим. Вон она. Как взяла. Не, она взяла нормально, это она. Почти ушла. И на последних минутах что-то пошло у нее не так. Отлично, рыбалочка. Так, давно ничего не ловилось у нас. Наконец-то. Опять. Еще парик небольшой. Зацепился, он еще один играет. Упрашивал я его, упрашивал. Ух ты! Опомнился. Опомнился. Опять за краешек. Опа! Хорошая. Одинаковая, правда, вся. Мерная тут щучка. Но берет, радует. Щука над нами издевается тут. Никак не попадет ни в вертушку, ни в лобер. Бьет, 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 бьет. Вот она. Блин. Как она могла сойти с таких крюков, ну? Ну какая-то взяла, но, наверное, не та, которая. Я потому что явно наколол, это покрупнее даже какая-то. Да, это получше. Это уже закилушка. Вечереет, все уже темнеет, скоро, наверное, будет. Но рыбка пока активная. У нее снизу вообще зубов нет почти. Все какие-то поломанные. Еще одна. Там он еще ждет. Но опять стандартная. Все. Такие тут съедобненькие. Небольшие, но приятные. Бьют они так бодро. Хотя он, вся голова в пиявках. Вон они все шевелятся. Вроде как стоит, а вроде как и малька гоняет. Вечер. Тишина. Стиль. Даже птички не поют. Не мешают нам. Сейчас оторвал свой фартовый воблер, который сегодня почти всю рыбу принес. Хорошо он. Очень хорошо плавающий. Даже с поводком. Не составил большого труда его найти. Лопнул поводок, струна. На скрутке, получается, сломался. Но все закончилось хорошо. Так, у нас сотый последний заброс. Я никак не... Ах, промазала. Когда клюет, уезжать совсем не хочется. Но очень долго пиликать до берега. Ха-ха,
Че, едет? Блин, ну это вообще позор. Щука. Щука. Я не хочу из-за нее уезжать. А, сошла в руках. В руках не было, значит не считается. Так, мы решили, что если Саня не подержал щуку, значит он ее не поймал. Ну, это не считался за последнюю рыбу. Блин, а я походу испоганил. Место хорошее. Так, ну что, рыбалка сегодня была утром слабенько, днем никак, вечером все отлично, рыбка поклевала. А вот сейчас была, мой был последний заброс, и эта зараза промахнулась. На этом все. Всем пока.